Здорово, пацаны. Ягоды. На даче, на раскладушке отдыхаю. Поработал хорошо. Приехал за урожаем. А урожай еще рано собирать. На даче хорошо, а когда есть раскладушка. Лежишь себе такой, балдеешь, принимаешь солнечные ванны. Какой тут Симферополь, тут и здесь хорошо. Яблоки вон созревают, земляника растет. Ну, пока больше ничего не... А, вишня там есть. Ах, пора, дело к обеду идет. Надо бы что-нибудь пожрать, сварганить. Блин, раскладушечка у меня такая ничего, нормальная. Прям как в СССР мать на раскладушку ложила. Или нет, в пионерском лагере вроде это было. На раскладушках мы спали. Угу. Так, надо идти в мое бунгало. Приглашаю всех к себе в бунгало. Тент мой хороший. Дятлы дырку проклевали. Можно руку высовывать. Там, если семечек поднасыпать, птички прилетают. Вот так вот прям в дырку. Берешь такой, оба, птичку поймал за хвост. Итак, дорогие мои телезрители, у меня сегодня хорошее настроение. И сегодня очень жаркий день. Но в тени у меня тут супер... Good. Жалко пацанов, не могу сегодня позвать с собой, так как Славик купил новые кроссовки там. Причем кроссовки к нему пришли почему-то в коробке из-под утюга Тефаль и вроде как ношеные. Он там заморачивается, что-то там с Вельберисом какие-то траблы. Кеша там типа, кстати, тоже не смог пойти, потому что он у него там... Его собака Максим написала на порожке. Кеша поднимался домой, подскользнулся, упал и растянул руку. Итак, парни, сейчас я буду готовить себе обед. Пикник типа у меня такой. Ха-ха. И у нас сегодня, короче, вот такая вот тема. Это грибы. Это шампиньоны. Все знаете, да, что такое грибы-шампиньоны? Это не грибы-мухоморы, это грибы-шампиньоны. И также у нас вот такой типа шашлык. Шашлык из мяса птицы. Я вот в эту дыру, где тут эта дыра, вот, птиц наловил и сделал из них шашлык. Ладно, я шучу, это индейка. И сейчас... Из этой индейки мы будем делать шашлык. Берем, нанизываем. Остается на один шампур. Так, пойдем положим на костер. Эх, жалко Славика нет. Тут у нас офигенный мастер по шашлыкам. А я как бы не очень. Но очень хочу научиться. Вот учусь. И заодно вас учу. На даче опять травы куча выросла. Не знаю, как с ней справляться. Вот можете мне написать, блин, чем траву извести. Никакие рундапы там и прочие не помогают. Как росла, падла, так растет. Вообще и по барабану. Опа. Вот еще один шампурик. Так. Ну что тут у нас? Жар-то хоть есть. О, жарчик есть. Так, теперь грибы. Грибы, говорят, очень быстро готовятся. Но я что-то сомневаюсь, что они быстро готовятся.
говорят, там какая-то ужарка, усадка, уноска, что там еще. Блин, шампуров мало, придется в два захода грибы жарить. Интересно, из грибов вешенки можно делать шашлыки? Кстати, тоже хотел бы узнать ваше мнение. Вот из вешенок можно шашлыки делать? Или только из шампиньонов их все делают? Я, блин, не знаю, делают, не делают. Так. Сейчас говорят, в Москве все ботулизмом каким-то болеют. О. А нам в Орле сказали, что холера будет бушевать. И типа воду не пейте, не ешьте. Будет или холера, или ботулизм. Но я так думаю, это все происки темных сил. На самом деле все у нас в порядке. Да, кстати, пацаны, для маринада вообще использовал самую простейшую канитель. Грибы мариновал, кстати, купил там, ну, маленький стручок перца чили, там его пошинковал, туда засыпал. Чеснок также порезал мелко, туда засыпал. Что там? А, подсолнечного масла ливанул, блин, чуть-чуть майонеза, еще перца черного, посолил. Вот так вот потряс, короче, и все нормально. С мясом индейки практически то же самое было. Там ночь промариновалась, в холодильник кинул, и вот теперь жарю. Короче, пока они жарятся, я вот тут офигенный баттл хочу устроить. Купил какие-то... У нас есть модный магазин, называется Атолл. Там можно найти всякие интересные напитки. Там, кстати, хороший винноводочный отдел. Шикарное всякое вино там, да, шикарное, как Витя говорит, просто шикарно. Ну ладно, неважно. А вот из безалкогольных я вот ни разу не видел, решил купить вот такие штуки. Одна называется Оззи Барбари. Вот я, наверное, думаю, барбарист так, блин. А вторая называется Хулиано Фейхоа. Вот хочу попробовать и Оззи, и Хулиано Фейхоа. Что покруче. Да, кстати, еще приобрел вот такие чипсы. Зомби! Я люблю фильмы про зомби. Там, да, я в свое время по молодости все фильмы Ромеро просмотрел, блин. А также я начал, ну, как бы, зашла мне тема про зомби с фильма «Колин», короче. И вот рекомендую вам посмотреть фильм «Колин». Там просто сюжет в том, что это все снято происходящее глазами зомби. Прикольный фильм, короче, он мне в свое время поразил. Ну и там пошло потом дальше все вот это. Ромеро там и прочее. Уже более современные фильмы. Так. Хулиано Фейхоа. О, круто закрыто. Это уже кое-что значит. Так, газов много. Блин, кто выпускает, фиг его знает. Зарубежная. О, тут прям такая бутылка фирменная. Там что-то изображено, какой-то оттиск, наверное, дерево фейхоа. Наливаем. Ой, шипит, наверное, сильно газированное. Круть. Хулиано фейхоа. Ну-ка, чем оно меня паразит? Блин, зеленое, но не тархун. Довольно приятно. Вот если бы льда рубануть. Да, жалко нету льда. Было бы вообще мягенькая такая. Сейчас. Пацаны, это лучше водки. Вот я пил бы и пил бы. Фейхоа, Хулиане. Хулиане, фейхоа. Типа, как дела, да? Хулиане, фейхоа. Можно загонять такую тему. Да, довольно-таки крутая тема. Стоит 79 рублей. Это не очень дорого. Но это лучше, чем
добрый сад там или что, добрый дом, добрый мир или что-то там, моя семья, короче говоря. Лучше импортозаменителей каких-то там покруче. Так, Оззи. Ну, Оззи Осборна все знают, наверное, Оззи выпустил какую-то линейку лимонада Барбарисового. Вот тут даже, наверное, маленькими буквами написано Оззи Осборн. 0 градусов безалкогольная. Точно, Барбарис. Да. Ну, Оззи, давай-ка позырим. Почему-то белый медведь на пробке нарисован. Оззи уважает белых медведей. Итак, а вот в этом газа поменьше. Вот фейхуа была крутая. Ну-ка, что ты, Оззи, прослабил? Ну-ка, здесь что там? Это не сильно газировано. Вот смотрите. Вот вообще пузырьков нету нифига. Вот это вот вообще бурлило. Круто. Ну-ка. О, ярко выраженный запах Барбариса. Вообще отлично. Ну, Оззи, давай. За параноид. Блин. Слушайте, даже если не сильно газированно, это тоже круто. Хм. Блин, прикольно, тоже вкусно. Это вообще, это не по сути вкусно, это реально вкусно. Хм. Я вот могу сразу сказать, вот крепкие напитки запивать вот такими вот лимонадами, это очень было бы круто. Сразу бы вот эта вот водка перебивалась бы наивкуснейшим Хулиани Фихуа или Оззи Барбарис. Я знаю, там сидят какие-то люди, которые говорят, смешай-ка их вместе. Ну, блядь, в принципе, можно чуть попробовать. Вот если налить чуть-чуть Барбариса и добавить газа от Фихуа, что это будет? О, гля, как запузырилось. Интересно сейчас будет вкус. Барбариса Хулиани Фихуа. Фихуа, Барба Фихуа. Ну-ка. Блин, странное дело. Я думал, что-то одно из них перебьет вкус. Нет, ни то, ни другое. Очень крутая вещь. Короче, если по пятибалльной системе, Хулиани Фихуа тянет на 5 баллов, потому что сильно газированная. Да и бутылка тут у них такая с оттиском. А вот Старик Оззи на 4,8, потому что здесь газа поменьше. Ну, как ко мне один как-то парень заходил и спрашивает такой, Жек, у тебя там нет ничего похмелиться? А я говорю, да нет у меня ничего. Вот только пиво, говорю, двухдневное стоит, уже газы, говорю, все вышли. А он говорит, а ну-ка покажи его. Ну, я ему вынес эту полтораху, там мне полторахи пива этого выдохшегося. А он ее берет такой. Как начал трясти, она как запенилась, он говорит, где ты видишь, что здесь газы вытахлись? Ну вот если Оззи вот так вот поболтыхать, то здесь тоже будет газов очень много. Надо было сразу так сделать, с пеночкой. Так, что у нас там с шашлыками? Я тут, короче, проштудировал получше вот эти бутылочки. Вот это вот Хулиани Фихуа, ее выпускают тут реально в Грузии. Это грузинский лимонад из Фихуа. А вот Оззи, у нас очень интересная штука. Выпускается эта канитель в городе Химки под руководством Оззи Групп, короче. Ну... Я же верно говорил, Оззи закинул удочку в Россию, короче. И тут Оззи Групп организовал, и теперь вот там
бабло подбивает в городе Химки, короче. Да, кстати, вот здесь вот написано, что вот эта штука, она балдежная, и что детям ее пить нельзя. Вот если ребенок вот саданет вот такую бутылку, может забалдеть, короче. Вот такая канитель, блин. Ну что, пришло время попробовать зомбаки. Кстати, зомбаки выпускаются в Белоруссии, в Минском районе. Вот был бы Кеша, оценил бы. Зомбически вкусно написано, блин. Со вкусом сметаны и луком. Но есть еще с крабом. С крабом я еще вчера заточил. Какая морда вообще. Я только из-за морды купил. Ну ничего, так чипсы можно есть, конечно, это не Лейс, но оформление очень эстетичное. Смотрю, берите Хуляни Фихуа, зомбаки и смотрите фильмы Ромеро. Ну вот, наверное, грибы уже и готовы. И говорят, много жарить не надо. Они уже на... О, вилки. Серебро столовое. Опа, опа. Ну и как я и говорил, тут ужарка, усушка. Сразу их тут стало довольно-таки не особо. Короче, смотрите, замутил я себе тут баварский медово-горчичный соус. Вот сейчас хочу грибы с ним попробовать. Это, наверное, высшая категория. Бавария! Грибы! Столовое серебро! Лаваш! Грибы! Ну-ка! Блин, вкусно. Слушайте, вкусно. Ну-ка, попробуйте с баварским. Ну, как? Вещь? Помидорчик. Ой, зря пацаны не пошли, ой, зря. Надо Славику грибов принести. Он раскошелился на баварский горчичный медовый соус. И кайфуешь. Класс. Парни, парни, шашлык готов. Я так предполагаю. Ай, блин. Надо его срочно снимать. Даже если сырой, все равно, наверное, вкуснее. Итак, парни, вот это уже основное блюдо такое сильненькое. Да, тут к нему надо подход особый. С грузинский Хуляна Фихуа наливать надо. Ну что, парни, за лето всем желаю вам добра, порядка в семье, успехов в труде, плодотворного отдыха, чтобы вы летней энергией напитывались, чтобы все у вас было классно. Ну и самое главное, чтобы страна наша великая крепла. Ваше здоровье. Я много слышал про вот этот славный соус. Соус называется баланзе. Выдумал явно какой-то французишка. Вот купил я себе вот этот соус баланзе. Говорят, он очень подходит к мясным блюдам. Вот сейчас я попробую этот славный соус баланзе с шашлыком. Блин, ну на вкус-то, кстати, ничего. Ну-ка, возьму-ка лавашика. Лаваш, я вообще не знаю, это чье национальное блюдо? Вообще просто азиатское, я так предполагаю. Ну, он так неплохо к шашлыку заходит.
курица, ой, не курица, вот эта индейка, она как бы считается диетическим мясом. Вот она нифига не сочная, она такая сухое мясо. А вот соус баланзе очень подходит к этому сухому мясу. Оператор, ну-ка, соусом баланзе. Ну как? Класс. Отлично. Есть тут у меня, парни, одна дикая фича. Называется соус огненно-острый чили от Ролтон. Написано остро, дико остро, а также написано камикадзе. Вот думаю сейчас попробовать этот камикадзе. И что это такое будет вообще? На отдельную тарелку этого камикадзе я положу, потому что что-то у меня никакого доверия нету к этой компании Ролтон, судя по ее лапше. Ну вот он выглядит как какая-то вода, и походу пьеса это просто там размешали, и то, наверное, и перца пожалели. Сейчас вот я попробую. Сейчас попробую. Вот, лавошек помочу в баланзе. Возьму какой-нибудь тут маленький кусочек, чтобы не испортить ничего. Во, вот этот. И ну-ка. Вот, небось, галимый уксус какой-нибудь. Ну, я желаю. Галимый... Короче, дешевого чили нахерачили туда, как всегда. Короче, к Ролтону доверия нет. Нет. И не будет. В общем, парни, ездите на дачу, жарьте шашлыки, грибы, рекомендованные мной напитки берите. Можете, кстати, посоветовать, какие еще мне купить прикольные напитки, так как напитки всякие я люблю. Все, всем пока. Всем удачи на даче.